Во-первых, желающие погрузиться в купели, чтобы они особо там не стояли где-то в очередях и не ожидали этой очереди. Все рекомендации, те, которые нам поступили от ГИМС, от ГПС, МЧС, от Роспотребнадзора, все это будет использовано. То есть у нас будет соблюдаться дистанции в каждой палатке, будут обеспечены масочный режим, то есть маски будут